Можно. Можно забить. Дорогие друзья, я очень долго думала, что, какой урок вам преподать. У меня был выбор между как кормить голубей и вырастить змею в домашних условиях. Конечно, я выбираю змею в домашних условиях. В первую очередь выберите змейку, неважно где, где будут предлагать толстенькую. Пусть она будет малышкой, но крупненькой. Вот, потом, что? Ну, посадите ее. Хотите в клеточку, хотите в аквариум. Без разницы, она будет у вас жить. Это можно вообще никуда не класть. Пусть ползает тут. Главное, назвать ее как-то по-человечески, чтобы, когда вы приходите и зовете ее, она выползала. Ну, поесть, может быть, и, конечно, для того, чтобы эта змея была большой, ее нужно хорошо кормить. Наловите побольше мышей. Вообще, змеи едят все, на самом деле. Все, во-первых, живое, что издает какие-то звуки. Наловите птиц, кошек, не нужно, это что вам рассказывать. Вот, после этого кормите не три раза. Увеличьте сначала 3, потом на 4, потом на 5. Вот. Потом только и делайте, что кормите эту змею. И когда вы поймете, что змея достигла громадных размеров в вашей квартире, можно сказать, занимает все ваше пространство, выбрасывайте.